Настоящая любовь всегда чиста и беззащитна.
А вы любите ходить по Московской улице? Нет, совершенно не люблю. Почему? А, понимаю. Вы находитесь всегда в полной сосредоточенности и готовности лепить художественный образ. Нет. Просто знаешь, когда много репетируешь, устаешь, и ноженьки болят. Тогда посидим немножко. Давай. Виолетта Трофимовна, вот я тут коротенько набросала ваш ответ по поводу «Лебединого озера». Я считаю, что вы должны сказать так. С этим балетом у меня связаны самые приятные воспоминания. Он для меня всегда праздник, всегда радость. Правильно? Правильно? Вы считаете, что жизнь артиста – это всегда праздник? А разве нет? Вот смотрите. Радость художника, создавшего образа – раз. Радость зрителя, встречающего с художником – два. Радость от встречи с музыкой – три. Радость. Все одни только радость, а горесть, а муки настоящие. Это что-то. Вот хотя бы тоже лебединое. Если бы ты знала, как мы готовили этот спектакль. Вне плана. Иногда и по ночам.